Самой счастливой нацией на планете, как оказалось, являются датчане. К такому выводу пришли двое ученых из университета Уоррик в Великобритании. Причем исследователи установили, что связано это не с уровнем жизни, как предполагалось ранее, а с особой генетической мутацией. Чем дальше вы в генетическом плане от Дании, тем ниже уровень удовлетворенности и субъективного благосостояния жителей страны, говорит автор исследования. Чем дальше вы от Дании, тем вы печальнее. Изначально ученые попытались понять, почему многие независимые исследования называют самыми счастливыми одни и те же страны. Для этого они взяли данные нескольких десятков опросов и постарались исключить из них такие параметры, как ВВП страны, уровень доходов граждан и их культурные ценности. Как выяснилось, даже без этих факторов Дания по-прежнему занимает лидирующие позиции по уровню удовлетворенности жизнью. Тогда ученые предположили, что счастье у жителей этой скандинавской страны в буквальном смысле слова в крови. Специалисты сравнили свои результаты с данными медицинских исследований. Результаты превзошли все их ожидания. Как оказалось, среди населения Дании самый маленький в мире процент людей с геном, отвечающим за недостаток в крови гормона счастья – серотонина. В то же время ученые признаются, что эта взаимосвязь может быть простым совпадением. Однако они уверены, что результаты исследования заинтересуют других специалистов, которые смогут доказать их теорию.